все, что началось в Тунисе, потом в Египте, Сирии, Ливии и так далее, все почему-то казалось неожиданным. Мы все прекрасно помним комментарии, то это оранжевая революция, то это полная демократия. И на первых порах говорили, что ну какой ислам, что вы, вы посмотрите, какая молодежь там шастает по Тахриру и по Тунису. Люди, которые профессионально занимаются исламом и Ближним Востоком, многие, говорили, что все кончится исламом. Когда говорили в самом начале событий, что братья-мусульмане возглавят Египет, то посмеивались, часть аудитории, ну как это так, братья-мусульмане, да что, это же не сумасшедший дом. В общем, предсказано не было, ну не скажу ничего, но во всяком случае, большая часть сам предсказаний как бы ушла в песок. Но зато потом стало очевидно, что революция будет бесконечна, что тот же Мурси, он обречен на ту ситуацию, которая будет сейчас, и называли даже примерно сроки. Год-полтора после, значит, его правления. Вот год мы сейчас и отмечаем. Я считаю, что то, что там происходит, это объективно неизбежно. Иного и быть не могло. Хотя бы потому, что за год решить экономические проблемы не может никто. Ни Ленин, ни пророк Мухаммад, ни тем более Мурси. Это бесполезно на это рассчитывать. А экспектации были очень большие. Ну как же так? Вот наконец-то в результате выборов и не кто-нибудь, а братья-мусульмане, и не кто-нибудь, а умеренные братья-мусульмане, и не кто-нибудь, а те, которые могут рассчитывать на поддержку и Запада, и Персидского залива. Ну посмотрите, как может быть хорошо. Ну опять же, изначально было понятно, что не справится человек, не имея ни опыта, имея полный политически раздравит, так экономические реформы не делают. Когда это произошло, то несколько обалдевшие от всех событий американцы, они пообещали 1 миллиард долларов. Ну что такое 1 миллиард долларов для Египта? А даже те миллиарды, которые там сам туда дают граждане из Персидского залива, это тоже не выход. То есть я считаю, что, конечно, можно Мурси и обвинять и так далее, но это его беда. Кто бы ни пришел, этим бы кончилось. Весь вопрос в том, насколько будет ситуация обостряться, насколько будет противостояние сам сильно. И уверяю вас, что и тем, и этим, там 15 миллионов, там, по-моему, 13,5 миллионов поддержка, им глубочайшим образом наплевать на Конституцию. Что там, как, ну, знаете, когда идет толпа против Мубарака, по-моему, никто о Конституции особенно не думал. И с этой точки зрения, может быть, ну, знаете, сам гадание на кофейной гуще, но тем не менее, скажет свое веское слово армия. Похоже, они договариваются с Мурси. То есть не похоже, это видно. Но возникает еще один вопрос, какая армия? Что сейчас представляет собой египетская армия? Это что, люди, которые играют свою игру и хотели бы дать немножко задний ход? Ну, вот очень любят их сравнивать с турецкими военными, хотя я бы этого не делал. Но вот там есть такая, так сказать, категория исследователей. Или это армия, которая, скажем, армия не генералов, а армия капитанов и майоров, которые, в общем-то, прихватили от исламизации. Это те люди, которые будут поддерживать сам Мурси, но все-таки в направлении дальнейшей исламизации.